Здравствуйте! Приступаем к новой теме «Углерод». Для этого нужна под рукой таблица Дмитрия Ивановича Менделеева. Характеристика углерода по таблице Дмитрия Ивановича Менделеева. Углерод находится в четвертой группе, главной подгруппе. Это не металл. Электронная формула 1С2, 2С2, 2П2. Рассмотрим строение ядра атома углерода. Протонов 6, нейтронов 6 и электронов вокруг ядра 6. Приблизительная атомная масса 12. Теперь напишем формулу графическую. 1С2, 2С2, 2П2. У углерода имеется на P под уровне 1 свободная орбиталь. Поэтому происходит распаривание на 2С2 электроны. И происходит не спаренных электронов, получается 1, 2, 3, 4. И поэтому степень окисления углерода может быть плюс 2, это CO, плюс 4, CO2, и минус 4, CH4. Углерод по неметаллическим свойствам в группе сильнее кремния, так как неметаллические свойства сверху вниз ослабевают. В периоде слева направо сильнее бора, но слабее азота. Кислота – это угольная кислота H2CO3, очень слабая, так как только получится и сразу распадается на CO2 и H2O. Водородное соединение CH4.